Всем привет! Давно у нас не было рубрики «Самые интересные камни недели». И я подобрал прям самые-самые выдающиеся, да, самые интересные. Естественно, они стоят дорого относительно, да. Вы не пугайтесь, это примеры. Вы можете посмотреть, что, ага, бывает шпинель вот такого цвета. И написать мне, что я хочу такую, только меньше в 5 раз. Ну, соответственно, она будет недорого стоить. То есть здесь я показываю выдающиеся камни, какие-то увлекательные, интересные, особенные, большие, яркие. Естественно, они стоят дороже, чем какие-то обыкновенные камешки, да. Поэтому все нормально, мы не перешли на люкс-сегмент, мы продаем все. От 1300 долларов у нас цены начинаются. Есть звездчатые сапфиры дешевле, есть лунный камень дешевле, поэтому все довольно доступно. Пишите в WhatsApp. Значит, еще момент. У нас тысячи, десятки тысяч камней, потому что мы работаем с добычей, то есть мы под заказ находим все, что угодно. У нас не только то, что показано в этом видео. Более того, большая часть камней, которые вы сейчас увидите, уже на момент выхода видео проданы. Номер один. Очень яркая синяя шпинель. Цвет называется кобальтовый, но я уже рассказывал, да, что это не обозначает, что там обязательно содержится кобальт. То есть изначально, конечно же, называли так шпинель, которая содержала в себе кобальт, но потом просто название цвета уже прижилось и все. Уже все говорят кобальтовое и понимают, какой это цвет. Довольно крупный камень, очень хорошего цвета, яркий. Там видно, что есть включение, и это нормально, так должно быть. Включения должны быть обязательно. Камень не гретый, без стекла, без химии, не подвергался никакой обработке. Химической, термической или какой-либо вообще. Но мне кажется, что он уже продан. Пишите в личку, в WhatsApp, если вам интересно, я по базе посмотрю. Но мне кажется, что его уже мы продали. Очень-очень редкий гость у нас. Есть такой камень драгоценный, называется он хризоберил. Вообще берилы они дорого стоят, особенно хорошего цвета. А я тут еще, знаете, что вычитал? Что, оказывается, от слова берил вообще произошло слово бриллиант. Тоже интересно. Этот берил, он хризоберил, он необычный, он полихромный. Полихромный, то есть видите, да, здесь несколько цветов и оттенков. Это совсем-совсем большая редкость. Очень редкая штука. И, собственно, поэтому я его в это видео включил. У нас сегодня в основном все будет дорого-богато, но зато необычно, редко и интересно. Очень крупный зеленый гранат. Ну, вроде как 10 карат это немного, да, но для зеленого граната это огромный вообще. По всем справочникам, если вы посмотрите, цварит, это зеленый гранат, да, из Танзании, из Кении. Так вот, цварит больше 2 карат считается уже крупным. Если вы не смотрели мое видео, где я ездил на добычу цваритов, посмотрите. Напоминаю, что их добывают очень-очень редко и часто по полгода, по 3 месяца, иногда и год на каком-то месторождении ведут добычу и не находят ни одного камня вообще. Камень очень хорошего цвета, у него присутствует эффект, который называется неон или неоновый эффект. Это когда некие элементы делают камень очень ярким. То есть даже в помещении, где совсем мало света, он горит, как будто бы, ну, прям под ярким солнцем находится. Это как раз тот самый вариант. Опять у нас супер яркий камень, необыкновенно яркий гранат. Он, кстати, тоже из Танзании, как и предыдущий зеленый гранат тоже. Ну вот, собственно, форма огранки, чистота, яркость, цвет, все великолепно, цвет прям зашкаливает. То же самое, неоновый эффект присутствует. Собственно, поэтому я в сегодняшнее видео его и включил. Мы получили огромное количество заказов от вас на черные звездчатые сапфиры. Опять же, благодарю вас за то, что вы разделяете мое влечение, и хочу показать вам такой яркий пример. Мы находим время от времени по 3, по 4, по 5 штучек, и тут же вам это все отдаем, у нас стоит очередь. Да? Вот этот камень, мне кажется, что он свободен на данный момент. Можете написать в WhatsApp, я вам отвечу, посмотрю, свободен он или нет.
Я о чем хочу сказать? Я все до сих пор даже иногда не верю, что это действительно создала природа. Вот эти полоски, линии, схемы, узоры. Мне кажется, что это какой-то безумный дизайнер все рисовал, потому что, ну, очень залипательно. Я свои личные черные звездочки и сапфиры могу сидеть, разглядывать часами. Мне это очень нравится, и, насколько я понимаю, многим из вас тоже. Не часто выкладываем изумруды, объясняю почему. Потому что вот данный изумруд, он колумбийский, естественно, его добывают в Колумбии. Ни на Шри-Ланке, ни в Азии, нигде хороших изумрудов не добывают. А ближайшее место у нас Замбия, это Африка, да, я сейчас как раз в Африке. Но, к сожалению, здесь изумруды такие темновато-буроватые, в них содержится включение угля. Все-таки колумбийские, они самые чистые, самые востребованные, самые яркие. Ну и посмотрите, вот этот изумруд, он всего 4 карата, стоит 14 тысяч долларов. А 10-каратник будет стоить вот такого цвета и качества, будет стоить около 200 тысяч долларов. На мой взгляд, цаварит, зеленый гранат поинтереснее и по цвету, и по... Самое главное, да, что... С точки зрения инвестиций он намного интереснее, потому что изумрудов много, и их добывают примерно в 1000 раз больше, чем цваритов хорошего качества изумрудов, а плохого качества в 1000000 раз больше, наверное. Поэтому я, например, за цвариты. Так, ну и опять же для сравнения, смотрите, я специально вам так подобрал сегодня. Вот цвариты, еще будет парочка, да, их дальше, изумруд. И вот вам зеленый турмалин. Значительно дешевле, на мой взгляд, ничуть не хуже он по цвету. Более того, он даже и полихромный. Полихромных цваритов не бывает. Полихромные изумруды бывают вообще крайне-крайне редко. И стоят они огромных денег. А тут, пожалуйста, турмалин полихромный, большой, чистый, яркий. Я, например, если бы хотел себе зеленый камень, я бы купил бы, скорее всего, турмалин. Очень-очень крутая сумеречная шпинель из Бирмы. Чистота, цвет, прозрачность, качество, размер. Очень все круто. Размер здесь 13 с лишним карат. Это на моей памяти самая крупная и хорошего цвета сумеречная шпинель, которая вообще была в моих руках за весь период моей деятельности в этом бизнесе. Это больше 10 лет. То есть вот такого размера камень, такого качества и цвета попадается... Очень редко, возможно, и никогда. Вот один раз, и все. Насколько я помню, если я ничего не путаю, он уже продан, но вот такого же цвета и качества есть поменьше. Есть 10, 9, 7 карат, 6, 3 карата. Пишите в WhatsApp, я показываю сегодня все самое лучшее, дорогое, эксклюзив. Да? Поэтому не пугайтесь, есть поменьше, поскромнее, подешевле. Пишите в WhatsApp, я вам скину варианты какие-то интересные. Вот у нас тоже очень-очень редкая штука, прям очень редкая. То есть этот камень, он маленький, он 4 каратика всего. Но он достоин сегодняшнего видео, потому что это действительно эксклюзив. То есть это полихромная шпинель. Шпинель полихромная бывает очень редко. Вот сегодня будет еще одна у нас полихромная, в основном она одноцветная. Да? Ну вы можете мои видео раньше посмотреть, что, как правило, шпинель, ну допустим, если она синяя, фиолетовая. Здесь вот сами посмотрите, какие цвета, я не берусь их считать. Их много, особенно если с оттенками. И, ну, это уникальный камень прям совсем. А, не помню, продан он или нет. Если вам интересно, пишите в WhatsApp мне. Недавно выпустил видео с нашими изделиями, и там было очень много восторгов по поводу кольца с лавандовой шпинелью. Я вот сейчас, когда составлял список камней, которые буду включать в это видео, вспомнил об этом и решил включить. 5 карат – это не то, что большой, это нормальный размер. У нас есть и побольше, есть даже где-то 12-каратник такого цвета. Поэтому, если вам интересно, пишите в WhatsApp. И мне кажется, что вот данный камень не продан. Их немало, они встречаются довольно часто, то есть в неделю я продаю таких несколько и тут же нахожу еще. То есть это не эксклюзив, но вот у нас есть такие побольше, покруче. Включил его сюда, в этот список гламурных, дорогих камней, потому что было много восторгов по поводу кольца недавно.
Это какой-то адски прекрасный, я даже не берусь описать его красоту, то есть адский, дьявольский, райский, безумно прекрасный гранат. Он тоже из Танзании. Я сейчас в Танзании, да, напоминаю. И вот, собственно, это уже плоды моей работы, если вы помните. У дедушки я добывал там в пещерке, значит, кувалдой стучал. Это как раз его месторождение. Вот такие у него водятся камни. Скоро будет там ниже, смотрите, в этом же видео будет еще камень с его добычи. Это я купил у него, отправил своему огранщику, он огранил, снял. Вот такие, собственно, в Танзании есть уникальные гранаты. По размеру это, конечно, эксклюзив. То есть в основном вот такого цвета есть, но значительно меньше. Кстати, есть поменьше, да, есть 3, 4, 5 карат, то же самое. Пишите в WhatsApp, вот цвет подобный, то есть прям такой уникальный и бомбический. Цварит из Танзании, очень необычные огранки, сейчас эта огранка вошла в моду, ну как сейчас, пару лет назад очень много колец делают, и известные мировые бренды, и не очень известные, и вы все больше и больше спрашиваете про такую огранку, поэтому именно показал. То есть это кабошон каплевидной формы, кабошон это когда нет граней и просто скругляют, ну вот как черные звездчатые сапфиры вы постоянно наблюдаете. Вот, собственно, сейчас очень модная форма огранки. И вот у нас есть такой камень. И он, кстати, совсем недорогой для цварита. Напоминаю, что у цварита, у зеленого граната, все, что больше 2 карат, считается уже большой и редкий. Вот у нас 2 маленьких турмалинчика. Они по 2 с лишним карата каждый. Ну, недорого, но реально редкий эксклюзив, то есть вот они оба полихромные, желтый чуть-чуть полихромный, там немножко оранжевый отлив есть, а вот его дружок второй прям супер полихромный, то есть видите разбег цветов. Вообще я это вижу как пару на серьги, да, но можно сделать и парные кольца, например, золотистый поставить мужчине в перстень, розоватый поставить девушке в кольцо, и такая будет как бы... Интересное такое сочетание. Эта пара свободна, пишите в WhatsApp, но она присутствует всего одна. Под заказ потом найти что-то подобное я не смогу. Мне попался вот такой вариант вообще впервые. Так, номер 14. Снова у нас сумеречная шпинель. Очень бодрый камень, очень, как я это говорю, блескучий, яркий. В то же время у него такой... Очень, как бы я сказал, скромный цвет, да. И мне кажется, что для мужчины идеальный вариант вообще в перстень. То есть вроде как и выглядит солидно и дорого, но при этом не бросается в глаза. Вот мне такой стиль очень нравится. Там на камне видны какие-то точечки беленькие. Это ворсинки от салфетки бумажной, которые протирали камень перед тем, как снимать. То есть это не включение, не трещины ни в коем случае. Тут у нас опять магический гранат с той же самой добычи. Я не берусь описывать его цвет, вообще эффект. Он супер неоновый, он горит в полумраке. И в нем какие-то примеси, видимо. Вообще надо сдать на анализ, кстати, по металлам. Мне интересно, какой металл дает такой эффект неоновости. И вот он как бы и вроде яркий, но с уходом в темноту одновременно. На площадке, посмотрите, есть небольшие скольчики. Это при огранке иногда гранаты колятся. Ну, не только гранаты, вообще многие камни. Танзаниты, и цвариты, и много чего еще. После съемок видео мы все полирнули. То есть он уже отполированный, но видео новое я не могу никак скачать, потому что я в Африке, и с интернетом здесь очень большие проблемы. Его практически нет. Я вот это видео скачивал, наверное, часов 5-6. К нам все еще продолжает попадать в руки полихромные сапфиры из Мадагаскара. Вот очень интересный пример. Такие нежные цвета, они обычно яркие, с уходом в темный. Этот прям такой светлый, с интересными переходами. И он не гретый. Как правило, полихромные сапфиры из Мадагаскара, они в основном гретые. Но это вот такой один из последних из Магикан. Я говорил, да, что полихромные сапфиры давным-давно уже не добывают.
И до нас доходят такие остатки роскоши. Я только вернулся с Мадагаскара, и там я их практически не видел. Все, что увидел, я все купил. Но они еще в огранке. Этот вот поступил немножко раньше. Очень яркий сапфир. Я не думаю, что этот цвет васильковый. Есть такое название, да, cornflower. Васильковый цвет. Это, скорее всего, просто яркий-яркий с высокой блескучестью, как я это называю, синий, да, или голубой даже. То есть у сапфиров есть такие топовые цвета, как васильковый, royal blue, королевский синий. Ну вот он не дотягивает до василькового, но в то же время он крайне яркий, мне очень понравился, он при этом крупный и чистый. Собственно, я поэтому его сегодня в видео с избранными камнями включил. Насколько я знаю, на данный момент он еще не продан, поэтому можете написать. И, кстати, для сапфира цена очень-очень низкая, посмотрите. Номер 18. Это шпинель, но она очень редкого цвета. Шпинель из Вьетнама. И она тоже полихромная. Вот выше там было сердечко полихромное, да, и вот эта шпинель полихромная. Это, несомненно, инвестиция, это, несомненно, коллекционная вещь, это эксклюзив, и это редчайшего качества и сочетания цветов камень. Его и носить, конечно, приятно, да, потому что ни у кого больше такого нет. И в то же время он в цене растет вверх постоянно. И вот такие камни с таким окрасом продаются уже как произведение искусства. То есть сравнить и понять, сколько он должен стоить, найти в каких-то каталогах, ценниках, такую вещь невозможно. То есть это прям эксклюзив и инвестиции. И снова у нас зеленый гранат из Танзании или цварит. 8,5 карат. Посмотрите на стоимость. $72,000. На момент выхода видео, скорее всего, он уже продан. Мы сейчас ведем переговоры, уже есть покупатель. И я вам скажу, что вот этот камень, который вы сейчас видите, реальная его стоимость не меньше $120,000. Это на тему того, что гранат – это какой-то бледненький, скучный камешек, который носят в основном бабули. Да? То есть у нас часто такая легенда сидит в сознании о гранатах, но вот это совсем не так. То есть гранат может быть очень-очень дорогим и значительно дороже каких-то, допустим, сапфира. Да, вот сравните, сапфир выше, примерно одинаково по весу. И вот этот гранат. Он крайне яркий, неоновый окрас. Для цварита он идеально чистый. Да, вы там видите включение, но цвариты обычно значительно больше наполнены включениями. Поэтому, собственно, и цена такая. То есть это тоже эксклюзив. Сегодня у нас много необычных камней. И снова Танзания. Шпинель Махенге. Ее добывают только в одном месте в мире, недалеко от деревни Махенге. Я скоро туда поеду, буду копать. Сниму, естественно, все. Посмотрите, да, подождите до выхода видео. Уже недолго осталось. Этот камень вроде небольшой, 3 карата, но вы видите, как он выглядит. То есть это супер яркий неоновый эффект, блескучий, веселый, жизнерадостный, чистый. Я уж не знаю, как его описывать, но вот прям загляденье вообще. То есть это, конечно, лучшее из лучшего, что вообще я видел когда-либо, если имеется в виду шпинель Махенге, если мы о ней говорим. То есть вот лучше, наверное, даже не существует. Я думаю, у меня есть такие подозрения. Шпинели Махенге у нас много, самых разных оттенков. Мы купили, наверное, около 20 камней, может быть, 25. Большая часть уже продана, но можно найти еще. То есть добыча пока ведется, находят мало, но пока добывают. И опять привет от того самого дедушки, у которого я копал в пещерке гранаты. 20 карат. Он говорит, что больше 10 лет такие крупные не попадались. Камень чуть-чуть полихромный, но даже без полихромности, по яркости, по чистоте и, главное, по размеру. Да, он бьет все рекорды. Вот такие, такого размера и яркости гранаты даже на его богатом месторождении находят примерно
раз в 2-3 года. И вот чтобы он еще с таким оттеночком был интересным, это намного реже. То есть то же самое эксклюзив даже на его богатом месторождении. Ну и вы, наверное, обращали внимание, что у меня вот такие, такого цвета яркости гранаты, когда были последний раз, наверное, не было таких. Именно вот таких. Красные бывают, но красные они чаще попадаются. Вот такая редкая штука тоже есть у нас. Номер 22. Тоже адски редкая штука. Смотрите, какая ситуация. В Таиланде, в провинции Читтабури, есть, как есть, добывали когда-то, да, то есть есть месторождение, оно уже истощено. Черных звездчатых сапфиров, они сами по себе черные, там золотой рутил вдоль линии, в зон роста, да, лег, получился такой интересный рисунок, и что-то пошло не так, и кое-какие некоторые очень редкие камешки стали не черными, а синими. Рисунки стали тоже синими, но немножко другого оттенка синего. Вот такие находили их, ну, не знаю, может быть, один из 10 тысяч. То есть мне на руки вот такие синие звездчатые сапфиры из Читтабури попадались всего раз 5-6. Вот, пожалуйста, один из них, 6,7 карат. А у нас было два таких, один продан, один пока остался. Если хотите, получите эксклюзив и нереально красивую вещь, да, пишите, пожалуйста, мне в WhatsApp. Так, ну и раз заговорили про черные звездчатые, я уж не могу удержаться, буду показывать. Вообще была бы моя воля, я бы делал такие видео, где, знаете, там по 10, по 20 черных звездчатых и рассматривать рисуночки и обсуждать. Может быть, я со временем, когда разбогатею, буду их вообще все забирать себе и потом в старости буду сидеть, рассматривать и смеяться от радости. Так вот, очень крутой рисунок, 18.45 карат. И видите, он и золотистый, но с резким уходом в черный, и при этом есть по краям голубоватый отлив. Вот я такого не видел вообще совсем никогда. Камень с сертификатом, он еще не продан, показываю его вообще кому-либо впервые. Я вообще долго думал оставить его себе, но не удержался, купил себе еще два других. Сейчас покажу вам один из них попозже, следующим. Вот, он в наличии, но вот таких я не видел. Поэтому пишите, если кому-то интересно, забирайте этот. Другой такой я найти не знаю, когда смогу, возможно, никогда. Ну и этот камень не продается, просто хвастаюсь. Я его продал уже, продал сам себе. Вот, значит, был на него покупатель, но я подумал, что-то мне прям так жалко стало продавать. Я решил его оставить себе и выкупил. Сейчас рисую кольцо для него. 21 карат, черный звездчатый сапфир из Таиланда, из Читтабури. Купил я его за 21 500 долларов. И это небольшая цена для такого камня. Мало того, что он крупный, он чистый, у него там очень красивый рисунок, но у него 12 лучей. Это аномалия. Это когда там микроскопические включения и рутила, и прозрачных трубочек одновременно присутствуют. Если вы хотите узнать о том, как появляется звезда, смотрите отдельное видео, я записывал об этом, да. Ну вот обычно 6 лучей, а тут 12 лучей. Я тут еще на днях думал, покупать его себе, не покупать или продать его. И вычитал, что судя по писаниям, у царя Соломона был сапфир, не написано какого цвета, не указано, с 12 лучами. То есть звездный сапфир с 12 лучами. И поэтому 12-лучевые сапфиры называют камнем королей, и он приносит нереальную удачу и богатство в жизнь человека, который его носит. Ну вот, сделаю кольцо, буду носить и буду перед вами отчитываться, принес он мне нереальное богатство и удачу или нет. Черных звездчатых с 12 лучами у нас еще парочка, мне кажется, есть. Пишите мне в WhatsApp, найдем. На сегодня все. Не болейте, берегите себя. Пандемию проводите больше времени
с родными поменьше путешествуйте, выходите на улицу и старайтесь не рисковать. Всем пока!